Всем привет, друзья! Сегодня у нас безлицевое видео, и сегодня мы с вами будем рассматривать конфеты, которые пришли из компании Wildberries. На этой досточке мы будем с вами как раз эти конфеты и резать. Ну, одну конфету резать. Вот так выглядит коробочка. Значит, вот таким вот образом она у нас выглядит. Lucky Day. Трюфель. Вот, в общем, вот отсюда мне ее прислали. Значит, делайте на стоп-кадр, собственно говоря, смотрите, что написано. Две штуки в упаковке, стоимость 260 рублей. И что я вам хочу сказать, что вот так вот еще можно сделать, наверное, да, тоже делайте стоп-кадр и смотрите. По идее, каждая, да, вот написано 200 грамм, каждая из коробок 200 грамм. Итого, ребят, 400 грамм за 260 рублей трюфели. Люди говорят, очень хорошие. Берем наш Танто. Ссылочка на него, пожалуйста, ну, вот здесь. Вот здесь. Вскрываем. Пакет, кстати, он был полностью запакованный. Сам пакет, я имею в виду. Вот этот вот, который сверху. Он запаянный. А коробки, безусловно, сейчас мы с вами посмотрим, в каком они состоянии. Итак, вот коробочка номер один у нас получается. Видите, да, что она полностью помята. Ну, Wildberries не отличается на самом деле. Практически, кстати, у 90%, 95%, да даже, наверное, 100% клиентов этих конфет, грубо говоря, Wildberries, да, там все приходит с хреновым, в хреновых упаковках. То есть все всегда порвано, как вы видите вот здесь, вот, да, порвано, помято. Естественно, такие конфеты на подарочные какие-то подарки, извините за тавтологию, не подходят. Вторая коробочка то же самое. То есть, естественно, когда наши конфеты идут просто в пакете, в целлофановом ничем не защищены, то, соответственно, конечно, наш трюфель, коробка, вернее, из-под трюфеля, она будет, безусловно, вот такая вот нехорошая. Итак, давайте посмотрим, то есть для себя, для вкуса, безусловно, это будет, наверное, вкусно, а так... Не знаю, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот так вот приходит в таких пакетах. Давайте посмотрим. В коробке, естественно, больше ничего нет. И вот такой вот пакетичек у нас идет здесь. Теперь давайте посмотрим, реально здесь 200 грамм или нет. Итак, берем наши весы и включаем, да, включаем. Сейчас мы включим их и посмотрим, что у нас такое. Итак, даже 204 грамма, ребят. 204 грамма. Это радует. Давайте вторую коробочку посмотрим точно так же, что с ними. Итак, берем вторую коробку. Она немножко тоже у нас вся помятая. Точно так же мы достаем отсюда. Коробка дальше пустая. Смотрим, чтобы она была не порванная, потому что у некоторых людей приходят даже пакеты порванные. И точно так же давайте посмотрим, что у нас здесь будет с этим весом. Здесь у нас вес, ребят, 198 показывает. Ну, вполне возможно, что, конечно, мои весы немножко барахлят, но посмотрим, что к чему. Итак, дело пришло уже к нашей конкретно вот этой вот досточке. И на этой досточке мы будем сейчас резать. Давайте посмотрим. Оп! Ножик обалденный. И вот таким вот образом выглядят наши конфетки. Вот она у нас такая. Давайте быстренько тогда посмотрим. Они маленькие. Вот так вот это выглядит. Я думаю даже, что если мы возьмем наши весы, опять же, то абсолютно не будет никаких вообще. Видите? Нет, что-то есть. Почему-то он показывает 8 грамм. 8 грамм показывает одну конфетку. Ну, может быть, может быть. Ну и теперь напоследок давайте уже посмотрим. Режем конфету. Танто, конечно, у нас немножко широковат для этого дела. Очень туго проходит. Посмотрите теперь, что у нас, собственно говоря, здесь. Вот так это примерно выглядит. И, конечно, ребят,
Это выглядит очень неплохо. Ну а теперь надо попробовать. Ну, по вкусу. Да, по вкусу можно брать. Прям не сильно вау, но довольно вкусно. Да, довольно вкусно. На этом все, ребят. Спасибо, что были. Всем пока.